С командой управления образования играть непросто, ведь на поле физруки. Поэтому волейболистам Харампур-Нефтегаза пришлось подвигаться. В итоге счет 2-0 в пользу учителей. Но впереди игры обещают быть намного тяжелее. Адекватно оценивает силы своей сборной нападающий Сергей Кочедыков. Союз предпринимателей. С нами на уровне примерно будет игра. А остальные, я думаю, что адекватно, гораздо выше по уровню Харампур-Нефтегаз, Газпром. Это... чемпионы прошлых лет. С ними тягаться будет очень сложно. Но несмотря ни на что, с нефтяниками достойно боролись волейболисты из команды Губкинского союза предпринимателей. Одного духа оказалось мало. Сыгранность и тактика волейболистов Порнефтегаза сыграла решающую роль. Счет 2-0 в пользу повелителей недр. Соперник очень был сильный. Подбирали они хороших игроков, и те, кто постоянно занимаются, мы их знаем. Вот, мы были готовы к этому. Вот, соответственно, подобрали правильный состав для того, чтобы разыграть их команду. Вот, собственно, так и вышло. Мы мальчиками для битья особо не выглядели. Ну, видно было, что они посильнее. Ну, так счет и складывался, в общем-то. Ну, а дальнейшие прогнозы, с кем еще будете играть? Вот, кого планируете выиграть? Будем играть с газовиками, а потом две команды, скажем так, нашего уровня. Харампур-Нефть и управление образованием, с которыми мы можем побороться. Следующие игры запланированы на выходные. Напомним, что мужской волейбол – первый вид городской спартакиады. Дмитрий Самойленко, Олег Короткевич, новости Губкинского.